Более чем на 15% уменьшилось количество северных оленей на Камчатке. К началу года их насчитали около 37,5 тысяч. Причина – падеж, то есть широкомасштабное распространение инфекционной болезни среди животных всех возрастов. Кроме того, на каждую сотню маток оленей в среднем на свет появилось по 57 телят. Это на 9,5% меньше, чем годом ранее. Как отмечают сотрудники Камчатстата, сегодня в стадах больше всего именно самок оленей. При этом количество взрослых самцов в стадах не превышает и 13%. Чуть более 8,5% – это олени в возрасте от года до 2 лет. Напомним, в конце апреля, начале мая на Камчатке начали появляться на свет первые в этом сезоне каюю. Так в переводе с корякского называют новорожденных оленят.